Сегодня в 11 часов в Москве началось прощание с народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии Верой Васильевой. Народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Ее называли легендой отечественного кино и театра. В зале, где прощаются с артисткой, играет траурная музыка. Поклонники несут кумиру букеты цветов. Гражданская панихида проходит в Театре Сатиры, в котором Вера Васильева прослужила 75 лет. Скажем огромное спасибо нашей любимой Верочке Кузьминишне за то, что она была с нами. Мы всегда будем ее помнить, мы всегда будем о ней говорить. Давайте попрощаемся с ней. Президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт глубоко переживает уход Веры Васильевой. Верочка, 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 Верочка любимая, более 60 лет рядом друг с дружкой. Нам будет не хватать, мы будем помнить, все замечательно. Но дело в том, что эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Много мы здесь сыграли, я и наизменял во стольких спектаклях. К счастью, в жизни не удалось. До встречи, Верочка, родная, любимая. Спасибо тебе. Это тоже дорогого стоит. Знаете, прожить жизнь так, чтобы не участвовать ни в никаких интригах, быть женщиной до конца, сыграть. И когда даже в этом театре не получала того, может быть, что должна была получить, значит, ехала в Брянск, в Орел, играла в Малом театре и даже в театре кукол Образцова, она выходила на сцену. Она никогда ничего не требовала. Это удивительное качество, понимаете? Господи, дай нам всем уже такой жизни, чтобы так прожить. Чисто. Как будто бы по полю пройти. В 14:30 в храме Христа Спасителя состоится отпевание. Затем гроб с телом Васильевой отвезут на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны.